Власти Сирии, возможно, утаили часть своего химического арсенала, несмотря на обещание уничтожить его полностью. Об этом на условиях анонимности сообщили официальные лица в американской администрации. В сентябре Башар Асад согласился ликвидировать свои запасы химического оружия, чтобы избежать интервенции Запада. И, как рапортовали наблюдатели, уничтожение арсенала идет по плану. Однако в США подозревают, что Асад открыл не все карты, спрятав часть оружия. Сегодня же посол США в ООН Саманта Пауэр подтвердила, что у американского правительства есть основания не доверять обещаниям Дамаска относительно своего химарсенала. Ранее руководство Сирии признало, что в его распоряжении имеется 30 предприятий и хранилищ, на которых размещена примерно 1000 тонн отравляющих веществ. Ранее планировалось, что химическое оружие Асада будет уничтожено только к следующему году.